Всем привет, ребята! На улице зима, и у нас на ремонт, угадайте что? Nissan Qashqai. Угадайте, какая проблема? Проблема с печкой. Вышел из строя вентилятор печки. Вот у нас старый. Вот, хочу поделиться опытом, как он снимается, чтобы вам много не разбирать. Вот так все выглядит. Так, для начала снимается вот этот пластик. Вот он. Это в первом деле. Снимается вот этот пластик. Потом боковой пластик. Вот он. Боковой пластик снимается. Ничего откручивать не надо. Он отщелкивается. Потом снимается вот этот пластик. Вот он. Здесь у нас откручивается два болта на 10. Отщелкивается диагностический разъем. С другой стороны снимается вот этот патрубок. Все, вот это снимается. Дальше у нас получается воздухозаборник идет. Тоже откручивается болтик на 10. Винтик тоже снимается. И педальный узел. Педальный узел у нас держится на... Прикручивается на 4 болтах. На болтах, а гайки. Гайки на 13. И тут у нас получается вот где моторчик. Вот. Я уже поставил новый. Откручивается вот один винтик. Вот видно его. Сейчас покажу. Вот он. И поворачивается против часовой стрелки. И вытаскивается. Вытаскиваем аккуратно. Ничего не ломаем. Также и собираем по порядку. Это у нас Nissan Qashqai. 9-й год. Вот. Если кому-нибудь пригодилась информация, пишите комментарии. Всем удачи. Всем удачи, ребята.